Как убрать ямки на бедрах и подтянуть бедра внутри? Проблемные зоны в этой области – это большая проблема, особенно касается девушек старше 40. Это канал SJ Body, меня зовут Спартак, мне 42 года, я фитнес-тренер из Симферополя. И сегодня в этом выпуске для тебя классные упражнения, которые помогут тебе решить эти проблемы. Не забудь подписаться, потому что в следующем видео я дам тебе готовое меню для похудения на целую неделю. Бесплатно. Поехали! Итак, сначала мы с тобой проработаем внутреннюю часть бедер. Эти упражнения отлично подходят и мужчинам тоже, потому что хорошее кровообращение в паховой области – это залог крепкого мужского здоровья. Так что, мужики, не ленитесь тоже. Итак, первое упражнение. Садимся. Одну ногу кладем перед собой, а вторую кладем за себя, чтобы получилось, ну, вот такой вот крестик. Что делаем? Руки кладем на пояс. И теперь пытаемся подняться на передней ноге. Выдох. Выдох. Отлично. Выдох. Меняем. Меняем ногу. Одну вперед, вторую назад. И точно так же поднимаемся на передней ноге. Выдох. Три подхода на каждую сторону по 10 повторений. Для второго упражнения нам понадобятся две подушки, мы их положим под колени, и скользкая поверхность для того, чтобы мы смогли разъехаться. Что делаем? Становимся, руки на пояс, и пытаемся разъехаться, и потом только за счет сокращения мышц собраться назад. Если вам тяжело держать равновесие, поставьте перед собой табуретку. Вдох, выдох, вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох. Три подхода по 15 повторений. Третье упражнение тоже на внутреннюю часть бедер. Это вот такие подъемы. Вдох, выдох. При всей своей кажущейся простоте это совсем непросто. Выдох. Становимся вот так на локоть. Тазом легли. Опорная нога здесь, а это всегда на весу. Выдох. Здесь амплитуда не очень высокая, мы поднимаем, ну, может быть, сантиметров на 30. Поверьте мне, если делать все правильно, то три подхода по 15 повторений на каждую ногу, это будет более чем достаточно. Четвертое упражнение. Снова на проработку внутренней поверхности бедер. Поднимаем ноги, разводим и сводим. Вдох. Выдох. Не торопимся. Никуда не торопимся. Четыре подхода по 15 повторений. Ну и пятое упражнение. Мое любимое. Теперь работаем конкретно на ямке. Ложимся на локоть, руку на пояс, колени согнули. И теперь на выдохе мы поднимаемся вот на этой ноге. Здесь основное усилие. И вот так раскрываемся. Выдох. Вдох, выдох. Не просто лежим и вот так ногу поднимаем. Нет, это не работает. Выдох. Три подхода по 20 повторений на каждую ногу. Для мужчин я рекомендую делать этот комплекс один раз в неделю. Для хорошего кровообращения в паховой области и хорошего мужского здоровья этого будет более чем достаточно. А вот девушки, вам это нужно делать дважды. Делайте эти упражнения регулярно, и скоро ваши бедра будут вот такие.